Приветствую вас снова, друзья, с вами Назар, продолжаем играть за Южную Германскую Конфедерацию, или как нам тут говорят, Süddeutsches Rerbund. Пусть будет так, поменял тут цвет, немного ближе к синему, ну такой серо-синий, серо-буро-малиновый, назовем это так. Хорошо, что мы будем делать? Мы будем создавать себе двух новых вассалов. Первым из них будет Бремен. Вот здесь есть его корочка. Решил пойти именно с этой стороны. Можно было, конечно, с этой, но мы тут сразу ее провинциями откормим. Бремен. Тут пусть будет на 16. Ну и здесь, наверное, вот сюда придется пойти. Возьмем здесь проход себе. Хотя тут, видите, тут тоже бременская корка. Это плохо, короче, себе брать. Надо отдавать Бремену и надеяться на то, что он сделает сюда претензию. И уже по его претензии вассалить Липпе. Это так. Но сделает он ее, не сделает. Вот фиг поймешь. Вот в чем беда этого замысла. Ну ладно, давайте сначала тут разберемся с нашими заданиями. Так. И есть чего там? А, примирение? Серьезно? До 47-го? Ясно. Значит, не получится. На этого что ли нападать? Ну это, блин, тупо. Его много, бременских корок. Тут половина его страны, это бремен. Бремен либо тут делать. Нидерланды не имеют бременских. Нет, не имеют. Тут тоже нету. Тут, наверное, да, тут-то все Липпе. Это тоже Липпе. Ну, как вариант, тут брать. Как-то так. А потом уже сдобрать. Тут, правда, добирать ничего особо такого нету. 2 по 9. Ладно, давайте пойдем, значит, сюда. Польша? Да ё. Этот католик, серьезно? Да дайте мне повоевать. Наконец-то. Что же вы все такие неудобные, блин. 47-й год. А ладно, давайте я подожду этих 2 года уже, хрен с ним. Нет, все-таки ждать не будем, я тут вижу, перешли в контрнаступление, руснобрюкцы, и можно будет захватить их территории. Тут, правда, будет больше, 12 плюс 9, это у нас сколько получается? 21, тут 16, ой, ладно, уж как-нибудь переживем. Тем более, тут еще не участвует одна страна, Бременштадт, с которым как раз-таки и нам нужно, чтобы не было перемирия. После вот этого Ульденбурга пойдем на них. Так что погнали, никого звать не будем. Тут просто быстренько сюда заходим на эти 2 пробки. А что я? Тут мне тут было больше войск. 2. Где третий? Сюда отвел, что ли? Было 3. Утро еще там им помогает. Нашу веру. Должна быть быстрая война. У них тут, у них крепость. А вот их так-то в союзе. Может было, надо было ставить. А можно было поставить галочку. Но этого нам надо забирать полностью, так что тут нужно по-любому вот сюда поставить. Всем пофиг, как обычно. 10-7. Я не знаю. Это просто территория не Германии. Нам сюда не особо и нужно лезть. А как тут вообще по региону? Сейчас посмотрим. Да. Ведь это как раз таки нижние земли. Фризия, да. Тут не до... Вот тут нижние земли. Даже кусочек захватили их. Тут нормально. Да? По
по реке это нормально выглядит. Да, господи, проходите все, задолбали. Дай пройти, дай пройти. Проходи, как тебе не дается. Так, забери свои корки. Все, свободен. Затем... Брэм... Ш... Ну я так не играю. 6 принц ему отдать. С другой стороны... Мне, конечно, не жалко очков. Абсолютно не жалко. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот так будет некрасиво, что капец. Такая срань получится. Забирать у него пробы можно, но бунтовать будет там. И тут 47-й год. Блин, как это сделать? Кого-то заставить выделить его и подписать с ним куда-то договор по мирному пути. Но кого-то ты, блин, заставишь так выделить, чтобы была одна только пробка. Этого как вариант. Ну вот захочет ли он? И он не захочет, потому что у него будет территория. Ну, его корки на нашей территории. Там будет большой штраф к желанию стать нашим вассалом. Ждать потом перемирия, пока спадет. Только тогда его захватывать. Только такой вариант я вижу. Если не выделять сейчас. То можно выделить там очки дипломатические. Такое, это не страшно. Ай, хрен с ним выделю. Ирфаманскую веру. Ой-ой-ой. Ну вот, что это такое? Некрасиво. Совершенно некрасиво. Зато жрать можно. Хорошо, хорошо, хорошо. Видно, что наши корки слетают. Ну ладно. Что, теперь нужно подождать реально этих. Или сюда пойти на липпы. Сделает он или не сделает сюда претензию? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте я подожду, а там уже продолжу. Итак, можно освобождать корки нашего Бремена. Пойдем на север. Первая цель – Ольденбург. Я думаю, вернем полностью все. Союзники у него слабые. Киль – это вот здесь. Кстати, я, наверное, про Денбург позову. Пусть он сюда идет. И Зуг – это там на юге, где-то в Швейцарии какой-то ОПМ. И плюс Юлих – это вот здесь, вот это фиолетовые. Так что погнали. Сразу сюда отправляемся. Отлично, на все три крепости стали. Тут ставим. Так, столичная взята. Пойдем на киль. Испания сформировалась. 6. Я так посмотрел, у них союз с Великобританией, с Португалией и с Сицилией. То есть вот это все, вот это все, вот это зелененькое, вот это Южная Италия вся. Я не знаю, как с ними воевать. Это надо полностью вкачивать вот эту вот штуку. А, кстати, я так и не посмотрел, что как это делать.
Ну ничего не страшно, еще посмотрю, там нам пока не надо. Но если так посчитать, то 50 за десятку, 10 раз это 500 очков надо, чтобы получить 10 этого. 10, 10, 10, 10, 10, 10 дисциплины. Так, 43, бляха-муха. Опс, тут книги можно поменять им. Это надо сделать. Он по-любому не сможет это перекрестить, понятное дело. Я вот сейчас перекрещиваю. Там какие-то две пробки. За одну 160, за другую 80 в месяц. Это какое-то безумие. Хорошо, с тобой разобрались, да? И тут взяли. И тут все захватили. Тут захватили. Стальной Юлих. Денежку повозим. Ты тоже станешь сюда. Так, по войскам. У вас есть у всех армии где-то. Или очень долго придется ждать. И их армии. А, еще Зук тут есть. Ну, кстати, Кильская. Ты, главное, стой. Не дергайся. Будет не больно. Жук и все. Укусил комарик. Звук. А теперь нет. Но уже минус 16, не 42. Хорошо. Босния? Босния существует до сих пор. Внезапно. Фальц! Здрасте, а ты откуда взялся? Привет! Мой старый друг. Чё-то обиделся на нас. Говорит, хочу твоих провинций. Ничего, скоро и до тебя очередь дойдет, раз так хочешь моих провинций. Ты войдешь в их состав. Только такое могу тебе предложить. Оферту. Ну что, этот Киль, у тебя есть войска? У тебя есть войска еще где-то. Вот это. Зачем звал Бранденбург, не знаю. Чего он тут особо такого не делает? Я не вижу, где войска. Начали умирать. Нужна дисциплина.
Вот здесь что-то мелкое. Нет, это не то. Где же вы? Ну? А, ёлки. Что ж ты такой изговорчивый, а? Тут еще просто одна пробка торчит. И флот у него есть. Блин, ищи ветра в поле. Да не хочу я вас. Дайте мне что-то другое. Все, согласен. Хорошо. Тут вообще какие-то баптисты. Хоть и 6% у него есть. Итак, поехали. Вот это мы забираем, да? Ты, конечно же, не хочешь отдать. А придется. И пофиг, всем пофиг. Отлично. А если я заберу вот это тыдищ? Тоже всем пофиг. Ну и хорошо. Что там уже оставлять-то? Давайте еще вот эту заберем. Энергию на сдачу. Немного деньжат. Так, я, кстати, забрал здесь одну пробку у нашего Бремена. Думаю, может, вот эту еще отдать. Ну, эту точно отдадим. И не отдавать, чтобы у меня тут была точка, с которой я могу корить. Где-то здесь территория. Нет, пусть это будет у нас пока. Надо было ему все-таки союзы разорвать лучше. Может, Голоди бы захватывал себе эту территорию. А я то отдам. Чё мне? Жалко, что ли? А сколько оно развитие? 12. Не знаю. А пусть будет у него, наверное. Давайте пусть будет у него. Вот так, чтобы глаза не резал. Все, да? Следующий, сказал заведующий, ты. Бременштадт. Гамбург, Кёльн, штат. Кёльнштадт, это где-то здесь. Вот это фигня. О, не-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 
Обойдусь. Так.
Бремен. Нет, Бремена не будем заставлять его, чтобы он что-то возвращал. Мы вот тут получим с рандомовой икон. Так, еще раз мне показывай. На Берден у тебя есть и на Штады еще. Понял. Ну, тут побольше уже их будет. Да ладно, разберусь сам. Поехали. Что, одна крепость? Серьезно? Так, да, давай тут возьмем. Где-то тут была армия. Была, да не стала. Это кто? Австрию, так Богемия? Они. Австрия заберет их. К сожалению. Там, бляха-муха. Сколько нужно? Значит, давай ты иди сюда. Ну, кстати, еще одну армию надо доформировать. Вот так. О, тут какое-то сражение было мощное. Ты сюда, ты туда. А его просто. Сюда. Да, он тут. А, это этот. Да, назад. Это этот. Он уже дошел. Сюда дошел. Ну ладно, пусть идет туда, на юг. Так. Так. Так, ты у нас кто? Реформант. Тебя тут не влезет по-любому. Козелочник. Так, а ты что тут стоишь? Не в столицу. Там стой. Мы, кстати, сможем корабли нанимать. Да, наконец-то. Сколько у нас лимит флота? 8 корабликов. Ну, можно каких-то 8 линкоров, но они ничего не сделают все равно. Так, хорошо. Столица. Так, столица у тебя останется, так что все нормально. Хорошо, смотрим ты, Гамбург. Тебе мы точно перекрестим. Разберем репы. Немного деньжат. Тут мы взяли. Тебе мы тоже меняем линию сейчас, когда вернется дипломат. Так, это можно вернуть назад домой. И тебе мы тоже поменяем. Чисто за компанию. Чтобы ты не был обижен. А ты скажешь, что ты это там другим поменял, а мне не поменял. Как это так?
Вот, все по-честному. Забери клаймы с наших территорий. Ишь ты какой. Так, у нас остался вот этот жирненький. Либо можно вот это вернуть. Но зачем сейчас это делать? Проще потом еще раз повоевать. Или сколько тут? 12. Ну, пока он сюда не сделал эти клаймы, Бремен. Ладно, пусть будет цель у него одна, пусть над ней работает. С тобой мы что сделаем? С тобой мы просто репарации возьмем. Пятый год. И деньги мне не нужны. Пусть будет тут меньше перемирия. Альянс побольше давайте разорвем с Унибургом. Это где? О, вот это тоже разорвем. Я тоже положил глаз на эту сторону. 57-й. Нормально, на 8 лет. Так, ну и ты. Либо, да. Да нет, потом заберем уже как-нибудь. Или сразу отдать, чтобы потом уже не бегать. Да, сразу отдам. Все. Если это взять, то... то ничего страшного не произойдет, но... не, надо забирать. Надо забирать. Так, а почему-то он не хочет, почему? Минус 11. У него где-то войска еще есть. Причем немалые. О, где? Ага, может вот эта крепость. Угу. Я заберу, чтобы не было тут никакого уже. Отдам все равно Брэнда, наверное, да? Посмотрим. Да. Начинает бомбить. Придется немного потратиться. Просто слишком большая получается страна. И когда тебя можно аннексировать в 55-м, еще 6 лет как-то надо продержаться. Ну просто главное иметь нормальный престиж. И тогда все будет нормально. Окей, 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 окей. И что ты здесь сделал пока что? Мне хочется через вот эту идти. Нет, как бы. Еще сюда поставлю. Вдруг. А может через союзника как-нибудь. Гомбург, это где? Тоже нету. Стоп, Гомбург. А, нет, есть, есть, есть. Доступ есть. Столько этих союзников. Это будет не совсем эффективно воевать. Ну можно, можно и будет и так. Давайте на всякий случай создам тут претензию. Мюнстерские. Это тут вылезут. Так, военку берем.
Ну и сразу и тут возьмем еще две. Тогда у нас будет сколько дисциплины? 127. Еще на десятку можно увеличить. 137 дисциплины. Неплохо, неплохо так. Тогда можно и противокостели воевать. Что у них по войскам? Давайте посмотрим топ армий. Костильская, ну, ладно, испанская, почти как наша. Но им помогает Британия, и им Польша ведь поможет, да? Не поможет. Ага, они между собой соперничают. Португалия и Сицилия. Ну и Британия, но Британия тут такое. Высадится, не высадится. Это еще 50 тысяч, и Сицилия 30 тысяч. Да, тут только дисциплина будет спасать. И в Испании тоже там будет нехилая. И на Францию можно еще тоже себе взять, засоюзиться, пообещать территории. Ну, Франция там 1020, может, каких-то собирается. Так, возвращаем это сюда. Надо будет против Вюрцбурга воевать, да? Кто там еще в союзниках? Утрехт, Липпе, Равенсбург, это тут нет. Или это Регенсбург? Это не Равенсбург. Ай-яй-яй-яй, 99-3. Быстро. Сайна постоянно на нас фабрикует претензии. С ним бы тоже было неплохо так повоевать, чисто чтобы повесить перемирие. О, блин, давай сделай претензию. Ты отдал столько территорий. Зараза, ведь не сделает. Я не знаю. А вот тут Бранденбург еще в союзе, он не помогает. Чего? Это правитель у них. Но можно тут повоевать пока то да сё. Ой, у нас тут много. А, у нас перемирие. А с тобой? А если... Есть тут такой возможность, Ротенвор? Ну, так это слабые, наверное, союзы. Да, можно против него повоевать. Заодно и забрать эту пробку. Ну, бляха, Бремен уже что-то не хочется, знаете, раскармливать. Ну, надо. Не знаю. Не делается сейчас. Значит, придется так. Позвать Австрию. Да зачем? Ну, погнали. Потом чисто взять пробку, да и все. Ну, не пробку, а липпе. Завассалить. И можно мириться.
больше подготовки к этим войнам, чем этих войн. Так, мануфактуры. Не у нас, к сожалению. Компания еще есть. В одной пробке 42 развития. Боже, вот смотришь на это развитие и просто бьешь себя в лицо. Бьешь, бьешь, бьешь. Богиме, что с тобой? Хочется стать вассалом? Не хочет. А зря. О, у нас вот армия есть. Нашлась. У нас нужны быстро мануфактуры прокачаться. И их много настрою. Между сериями много строю. Постоянно. Штук 30 у нас точно есть. Так, дорогой Липпе. Может не вассалить? Может я зря это делаю? Да нет, чё зря? 40 развития. Какое зря. Все правильно. Не хочет, зараза. Сейчас доходи к нам, ну хорошо, смотри, Бремена вообще не было за 5 лет, вот как отбабахали его, красавцем стал. Конечно же, свободен. А можно было вот эту пробку. А ладно, хрен с ним. Да надо против него воевать. Минус 3. Войск тебе нету. Чё ты ломаешься? Мы вроде бы все осадили. Ладно, с кем-то улучшим отношения. Ну а теперь... О, отлично. Ну и с тобой что? Одну пробку взять? Ну давайте возьмем. Религию, репы. Деньги. Отлично. Получили 2 вассалов. Вот этого надо атаковать, пока Бранденбуржец не хочет этого защищать его. А уже хочет. Значит, надо Бранденбург втянуть какую-то войну. Регенсбург, серьезно. Ладно, я между всеми подумаю, что тут нужно сделать. А вот эти, наверное, самостоятельно позабираю. Этих 3 курочки, которые Бремену надо отдать. Я его удерживаю, это не страшно. Престиж есть, то есть его тут можно сбивать и сбивать его. Выплатить ему долг, 32. Никому не надо больше. Все будет хорошо. На этом все. Прощаюсь, благодарю за внимание. Всем пока, до новых встреч.